Иран сегодня отмечает национальный праздник – 38-ю годовщину победы Исламской революции. Он был установлен в честь свержения шахского режима. По традиции торжества проходят 10 дней. Многотысячные демонстрации и шествия проводятся во многих городах страны. Как отметил по случаю праздника президент Ирана Хасан Рохани, военная мощь Исламской республики носит исключительно оборонительный характер. И Тегеран никогда не будет вмешиваться во внутренние дела других стран.